Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов, магазин дымоходов Коммент-бай. На этом объекте я хочу вам показать, какой противопожарный узел мы поставили. Поэтому еще как раз хочу повториться. Я показывал видео с утепленным узлом. Каждому объекту свой противопожарный узел. Нельзя один узел поставить на все объекты. Он индивидуален. Поэтому сейчас я вам поднимусь, покажу это снизу и поднимусь, покажу сверху. Смотрим. Заизолировали мы противопожарный узел. Вот такой вот короб. И базальтовым волокном полностью проложили. Труба, напомню, сэндвич 200 на 300 миллиметровка внутри. 430-ка снаружи, нержавеечка. Тоже там толщина уже 0,5. 5 сантиметров изоляция на короб идет. Базальтовое волокно. Вполне рабочий вариант. Смотрим, как у нас идет кран под низу. 800 на 800. И такой вот короб. Все подсекали, конечно, мы базальтовым листом с этой стороны, с этой стороны. Чтобы можно было спать спокойно, узлы необходимо делать грамотно, правильно и безопасно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж и будете спать спокойно. Хорошего вам дня. Пока.